Здравствуйте, вы смотрите «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем общаться с новым начальником управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска Оксаной Климовой. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Поздравляю с новой должностью. Мы, кажется, вот совсем недавно встречались еще, да, и Оксана Владимировна была на месте начальника муниципальной информационной библиотечной системы, и столько времени ассоциировались, в принципе, с библиотеками города Благовещенска, с их динамичным развитием, и тут раз, и совершенно иная должность. Вот такой вот резкий переход, он вообще легко дался? Вообще, он не резкий переход, как бы. Моя жизнь с самого детства связана со спортом. Мое первое образование – это, естественно, Благовещенский государственный педагогический университет, факультет физического воспитания и спорта. То есть и моя карьера, начиная после того, как я закончила университет, она всегда была связана со спортом. И библиотечная система мне дала именно огромный опыт в сфере управления, то есть в сфере переформатирования учреждения. То есть мы его вывели на совершенно новый формат. То есть опыт библиотечной системы, я думаю, в дальнейшем мне будет помогать. Потому что в моем трудовой деятельности моей есть работа и учителем физической культуры, и есть работа управления спортивным объектом, и также есть и муниципальная служба, связанная со сферой спорта и молодежной политики. Поэтому библиотечная система, я еще раз говорю, я считаю, что у нас она одна из самых лучших сейчас и дала большой опыт не только мне, но и моим коллегам. Это точно. Ну, действительно, в этом управлении, да, здесь же заложено сразу несколько очень важных составляющих. Уже достаточно давно присоединили к управлению по физической культуре и спорту еще и дела молодежи. И это вот такая разношерстная, разноплановая компания, да, которой вот нужно как-то управлять и верно направлять. Это вообще тяжело достаточно с точки зрения организации. Это все-таки спортсмены, они вроде дисциплинированы, но молодежь-то она абсолютно в этом отношении не подвержена дисциплине. Ну, конечно, это очень важный блок, и это очень сложный блок. Но у меня опыт управления в этой сфере есть. Библиотечная система, мы одни из... И в Амурской области открыли молодежную библиотеку. То есть направление, как работать с молодежью, нам знакомо. То есть команда, которая сейчас находится в управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи, очень хорошая. Теперь мы выбрали определенный вектор развития, как работать с молодежью. Для меня очень важно, я еще раз повторюсь, блок молодежи, но все равно спорт и молодежная политика, они совместно будут организовывать различные мероприятия, только каждый будет развивать свое направление. Угу. Команда меняться не будет, правильно я понимаю? Ну или если будут изменения, то какие-то очень несущественные. Конечно, команда меняться не будет, просто мы будем стремиться к тому, чтобы мы работали на одну цель, и, естественно, будем постоянно совершенствоваться, и главное для меня, чтобы человек получал новые знания, постоянное обучение, потому что что-то, что было наработано до нас, очень эффективное, хорошее, что-то нужно еще дальше развивать. То есть все это будем анализировать, потому что время идет, что-то нужно дополнять, и вообще как бы формат мероприятий все-таки сейчас нужно нам больше работать, ну, естественно, на качество и на зрелищность. Вообще сейчас с мероприятиями, конечно, вот в этот период было все крайне непросто, да, мы пока еще вот находимся в таком непонятном состоянии, что-то у нас онлайн проходит по-прежнему, да, что-то возвращается потихонечку в реальность. Вот в настоящий момент задачи какие все-таки? Как работать, когда вот такое вот неустойчивое, непонятное положение? Но такая ситуация, наверное, для многих, связанная с коронавирусом, она все-таки дала и толчок к развитию. Мы стали проводить мероприятия онлайн, достали больше охват людей, стали смотреть качество и уровень проведения. Также люди направили свои силы, некоторые на обучение и на участие в проектных технологиях, в проектах и грантах, которых появилось великое множество, пожалуйста, участвуйте. То есть это тоже плюс, то есть можно посмотреть другой опыт. Но сейчас постепенно, конечно, осторожно, соблюдение всех мер, мероприятия все-таки возвращаются. Если с детьми есть чуть-чуть ограничения, со взрослыми все равно можно какие-то мероприятия уже проводить. В принципе, тренировочный процесс уже у нас начинается, поэтому все будет хорошо, постепенно придем в норму. Ну это да, тут даже не сомневаюсь, тем более с такой командой. Вообще, что, какие цели и задачи поставлены, да? Потому что когда приходит руководитель, все равно так или иначе какие-то задачи перед управлением ставятся, актуализируются. Поэтому вот какая задача сейчас все-таки в приоритете?
Ну, во-первых, основная задача – это продолжить то, что хорошее было наработано. А город Благовещенск, он богат творческими людьми, спортивными людьми, интересной молодежью, поэтому сейчас нам необходимо реализовывать различные интересные проекты, продвигать, популяризировать личные истории людей, потому что людей очень интересно, много интересных, то есть среди молодежи показывать ребят, которые чего-то достигают и как они этим путем шли. Спортсменов очень много, которые имеют большие достижения, они могут стать примером популяризации здорового образа жизни для подрастающего поколения, иногда и для взрослых людей. Поэтому в идеях это активизация личных историй, развитие массового спорта. Естественно, обращать внимание обязательно на профессиональный спорт, то есть это работа со спортивными федерациями и общественными молодежными организациями, объединениями. То есть такая должна быть у нас большой, крупный костяк, который будет работать на единую цель. Естественно, не забываем, это уже, мне кажется, должно быть у нас главным звеном, это развитие, я считаю, дают проекты. Поэтому необходимо в них участвовать и благодаря этому мы будем развиваться. Проекты — это, ну, для того, чтобы зрителям было немного понятнее, да, это когда привлекаются деньги из разных источников, и благодаря этому удается вот создавать такие масштабные проекты, как модельные библиотеки в Благовещенске, да, в свое время. Ну а сейчас, как это, в сфере спорта хватает тоже каких-то грантов, которых можно, на которые можно претендовать? В сфере спорта, мне кажется, их еще и больше, потому что анализируя, смотря, какие есть программы, их очень много. И в городе Благовещенске, в Амурской области очень много спортивных федераций, там, молодежных общественных организаций и так далее. То есть они уже начали участвовать, уже есть успехи, победы в грантах, поэтому это нужно помогать им, нужно их обучать, потому что не все еще понимают, что это такое, но за этим как бы не уже не просто будущее, это уже настоящее, поэтому мы будем двигаться в этом направлении. То есть задача не в том, чтобы централизовать, да и как-то централизованно для всех выигрывать средства, задача научить всех, то есть дать вот эту самую удочку, да, чтобы все могли спокойно и уверенно принимать и участие и выигрывать, правильно? Ну, есть единомышленники, вот есть действительно такая вот, не только команда своя внутренняя, да, а единомышленники, которые всячески поддерживают эти идеи. Вы знаете, их очень много. Интересно всегда, есть люди-энтузиасты, которые любят свое дело, чем они занимаются. Вот сейчас идет процесс знакомства с общественными, со спортивными, там, общественными организациями. Поэтому приходят люди совершенно, у которых горят глаза, у которых есть идеи, они готовы работать. Когда видишь эти глаза и понимаешь, что с этим человеком, с этой командой можно достичь многого, просто нужно им помочь. Поэтому это радует, и впереди очень огромная работа. Поэтому я думаю, что у меня еще в управлении у всех горят глаза. Поэтому я думаю, совместно мы найдем общие точки соприкосновения, и у нас будет результат. Ну вот сейчас ближайшие мероприятия. Как, к чему готовится все управление? Есть какие-то вот такие значимые события? Ну, у нас несколько мероприятий. Если молодежная политика у нас занимается, сейчас будет общегородская акция «Город берегу». Оно проходит под эгидой нашего управления, поэтому сейчас очень большая работа с организациями города, то есть у нас есть определенный план, это будет такое событие города, поэтому приходите, Евгения, это будет прекрасное мероприятие совершенно в другом формате. Ну, уже заинтриговали. Оксана Владимировна, спасибо большое, удачи в работе и вам, и всему коллективу, естественно, потому что я понимаю, что сейчас очень значимый год, наверное, когда нужно осуществить определенный прорыв. Вот я вам этого от всей души и желаю. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях была Оксана Климова, начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Вы смотрели «В центре внимания». До встречи.